Здравствуйте. Сегодня у нас, как вы видите, название изменилось, потому что сегодня, и не только сегодня, а в следующей серии будет все теперь по-иному. Короче, мы проходим только боссов. Вы спросите, почему только боссов? Ну, может быть, потому что уровни очень слишком похожи на другие. Собственно, уже показывать даже нечего. Ну, понятно, что можно показывать, как я постоянно играю, но я ведь не для того, чтобы показывать, как, собственно, я прохожу, а для того, чтобы показывать, собственно, уровни, чтобы вы видели, что есть здесь такое интересного, что нового. Видели, уровни все повторяются, поэтому, что это значит? Так как уровни постоянно повторяются, значит, мы будем проходить только боссов, потому что боссы не повторяются. Ха! Ну, вернее, когда дойдем до обновления, в котором что-то новое, то тогда уже поиграем несколько уровней обычных. А пока только боссов, как замечаете. Прикольно, что там птицы, да? Нам нужно пройти сейчас, вернее, не сейчас, а 7 боссов, похоже. Нет, даже 8. 8 боссов нужно пройти. Не в этой серии просто. А после чего начнется уже кое-что новое. То есть мы снова вернемся к обычным уровням, ну как к обычным. Почти к обычным. Ты что, не уцелел? А! Ладно, давайте вернемся к игре. Гадкий поросенок, который уцелел, да? Замечаете? Гадкий он. Улетел, называется. Собственно, что же мне сотворить с этим поросенком? А, ну он расплющился. Самый главный проблем, как вы помните, тот свин. Именно тот, который усач. В общем, то есть у нас будет усач, потом король пойдем, потом вернемся в Свиноград, там будем безумствовать, 3 босса пройдем, и, собственно, бамбуковый лес там тоже. Еще раз повторюсь, что уровни, они очень сильно похожи на другие, то есть вы видите, этапы практически одинаковые, вы уже их когда-либо видели. Поэтому, что... Так, надеюсь, они упадут. Да, он упадет. Вот так вот. Конечно, я понимаю, что уровни отличаются тем, что, допустим, они... Этапы вот эти, которые вы видели, они построены в разном порядке. Но и что? Все же решил так, потому что вот так серий слишком много, уже 30 серий прошло, да? А заметьте, Angry Birds Seasons прошелся даже уже там гораздо больше уровней, по-моему, чем здесь. Всего их нужно проходить в жизни. Если мы будем проходить таким разом, то, конечно, это займет гораздо большее время. Ну ладно, если, конечно, вы захотите, если я захочу даже тоже, не только вы, если я захочу еще, то мы, конечно же, вернемся к тем уровням, но когда-нибудь потом, через много-много лет, возможно, или нет, или через много-много месяцев. Ну, наконец-то он кто-нибудь упал. Так, мы вернемся к усачу, я не помню, где он и что он делает. Хотя вышло обновление, но там обновилось что-то. Заметьте, по-моему, магических свиней стало меньше. Помните, мы тупили за магических поросят? Мы, конечно, можем теперь походить снова, но нет. О, это тот уровень. С цветочками и всем прочим. Ага. Ну что, сначала, да, я лопаю шарики. Чё? Где мои птицы? Вот они. Фух, ёшки-картошки. Чё меня пугаете? Я думаю, что все потерялись. Так, не а-а. Для начала мы запустим... Чёрт побери. Для начала, пожалуй, вот так сделаем. О, блок. Блок толкнет точно поросенка. Видите, все еще лучше. Оно сейчас само все в него обрушится. Ха-ха. Или нет? О, сейчас еще яйцом его по ушу. По уху. Ха, смотрите-ка, действительно получится. О, да. С первого раза, заметьте, я не знаю, как получилось, но все же. Сегодня мы увидим уровни, которые вы еще не видели здесь. О, что, серьезно? Смотрите-ка, не будет заставки, где свин улетает. Это, видимо, с обновлением такое случилось. То есть обновление почему-то не исправило ничего. А теперь король. А что, вы думали, что будет по-иному? Я вам сказал, что нет. Эти уровни пока временно пропускаем. Может быть временно, может быть, на совсем. Ну, как хотите, как получится.
крайней мере, не сейчас, не в этом месяце. В общем, даже не в этом году, можно сказать. Что-то я затупил, заметьте. Как-то не так. Все должно было сделать, так ведь? Все должно сейчас скинуть все вниз совершенно сильно. Но все же. Ну? Вы это птиц? Ну, конечно, 5 этапов на боссе никогда не бывает. 7 этапов на боссе или даже 6, по-моему, никогда не было. Но это хорошо, что это же нормально и правильно. Что слишком сложного босса запрещено делать. Ну, ёшки-картошки, ну, а. Отлично. Нормально все, значит, получилось. Что ж, кстати, я не знаю, что еще обновили. По-моему, обновили... А, обновили еще дизайн картинок. То есть, допустим, баночка могучего орла... я сказал, их убрали. Баночка могучего орла, короче, сделалась другого вида слегка. Но так же практически. Ну, ёшки картошки, что это такое? Куда делся Почему магический сильный уничтожился? Ракета! Ха-ха! Ну-ну, ха-ха, конечно. Превратил в ракету, но... О, да! О, нет! Так, я надеюсь, ты улетишь куда-нибудь сам по себе, либо врежешься в меня, да? Смотрите, вернули... Вернули ему... Его скорость вернули! Возможно, это был баг или нет? Но ему вернули его скорость теперь. До встречи, свин. Ха-ха-ха-ха. Блин, мне казалось, последний уровень. Последний этап. Последний этап. Заметьте, свиная гора. Я не знаю, замечал я свиную гору ранее, но там свиная гора находится. Это круто, потому что я такого давно не видел. Ох, черт подери. На удачу. Ха-ха. Получилось, заметьте. Так, а теперь яйцо. Ах. Блин, я боюсь за короля. Вот ну как же, скажите, как так могло случиться? Ты, надеюсь, упадешь полностью. Ну как теперь короля убивать? А, да, короля не убивать, король просто повреждается. Остальные свиньи погибают. Ну что, где он будет, король? Ой, и никакой гадости, вернее. А, он прилетит сейчас здесь близко. Фух, повезло, смотрите, король близко полетел. Сейчас его будут шпиндарехать в разные стороны. Главное, корона здесь, потому что корона действительно тоже. Да сволочи! Корону главное не задеть, не так и не яйцом нужно было. Ненавижу короля. О, мне дали птицу бонуса. И сейчас его будут шпирять повсюду. А, его можно сделать так, чтобы он улетел совершенно. Точно. Смотрите, я сейчас брошу на него всякие гадости. Так, надеюсь, получится. Ха-ха! Действительно получилось. Что ж. Что ж, неплохо. Или плохо? Плохо? Почему плохо-то? Избитый он, вот он. Лежит избит. Конечно, 3 звезды. Новый рекорд. И даже не 3 звезды, новый рекорд. Странно. Как вы... Что ж, мы вот так, таким образом быстро мы переходим в портальные миры. Вернее, чё? Это вам не Mirror Worlds. Мы приходим на уровень с поваром. Как говорится, быстрый ход. Как проход. А, да, вентиляторы. Ну, ладненько. В таком случае, что сделать? Ёшки-картошки опять не повсюду, где не надо. А, возможно, я смогу лопнуть только его, не задев динамит. О, действительно! Ну, ёшки-картошки, опять фигня. Ну, как же он не заделся-то? Вот что мне делать, блин? С этим поросенком противным. Так, ну надеюсь, это получится. Вот смотрите, сбросит все эти гадости.
Блин, я давно уже не имел дела с вентиляторами этими. С тех пор, как сам прошел все это. Лоп. Из перфигвама не получится вам. Или получится все же. Давай, не уцелевай, гаденыш. Блин, такие в последнее время уцелевания начались у свиней гадких. Они цельные, целостности, целятся постоянно, ну, уцелевают. И целятся, особенно эти гадкие магические поросы. И ничего, да? Конечно же. Так, кто-нибудь из них улетит мимо? Или вообще не улетит? Нет, улетит, конечно. Или вы не успеете улететь до конца, смотрите. Ха-ха! Парафут Диовер. Что это значит? Ладно-ка. У них даже три флага на заднем плане висит у свиней. Как так? Фига им три флага-то, если есть один. Если есть пять, ну. А вот это просто магия. Если будет повар, я не знаю, где будет повар, на верхушке или где-нибудь снизу. Потому что легче сбрасывать иногда. Продолжим. Страйк. Что значит одной птицы? О, нет, короля нужно будет кидать, закидывать блоками. Я вижу, где король. А, нет, я не... Какой король? Ха, короля не будет, я не вижу. Ты даже врагов нет. Ну, ладненько. Ты упадешь. Сакс, ладненько. Ты упадешь по-нормальному. Да черт побери, ну кто так делает, ну? Так бы в стену постоянно бы избивали. Заметьте, изменили кнопки. Кнопки изменены. Теперь вместо сдаться, просто выключить кнопка. Блин, ну, избили всех, ну. Ну, вот же зачем дизайн изменять-то? Запрещено ведь изменять дизайн. Оу, летучий свин. Может, его тоже случайно исправили? Это опасно будет, если его исправили. А, нет, он улетел. Но нет же. Если, конечно, да, он улетел, но... Как мне теперь разбивать всех? Да чё, что, правда, гад? Три птицы на одно свин, ну нет же. Таксик. Может быть здесь у нас что-нибудь... Ну да, сбросим снова вот так, на этот раз. Ты видишь? Что-нибудь должно улететь вверх, совершенно вверх. Совершенно вверх, говорю. Вот ты, маленький блок. Маленький блок, это как... Какой блок? Так, ты, надеюсь, тоже далеко улетишь. Ой, далеко взрыв будет. Потом еще какой-то разнос блоков, стойте. Я понял прикол, что надо ждать. И не нажимать кнопку, иначе блоки не все разрушатся. Что же делать, только смотри. Нажмем. Как насчет этого уровня? О, золотая пига. Ну, значит, получится. Значит, выйти шанс большой. Так. Ну, хоть тут-то не уцелел никто, а то бы застряли в этом шарике, и все. Вот такие поросята застревают постоянно. Вы уже это видели много-много тысяч раз. Надо заметить, вот эти первые уровни, возможно, вы тоже видели ведь. Но все же мы их проходим, так как это все же часть босса. И не только часть босса, но и... Но и не часть босса. Вот так все. Братский шарик, вы знаете, меня сбивают. О, он стал камешком. Это значит, что? Магическим образом, что это такое? Что это? Ну и как мне теперь босса бить? А, еще есть ред. Ну спасибо. А, нет, снова, заметьте, две птицы осталось. И как мне босса бить, снова спрашиваю. На удачу надеяться стоит. Но только он там застрянет, если его не сбросить нормально. Оу! Так он вот оно как. Где птицы, я спрашиваю.
чего мне подставляет. Опа. Тогда давайте его сбоку вот так. Ха-ха-ха-ха! Ну, свин. Тякс. Да неужели поверчилось? Не, что ж, ну ладно. Покажите нам еще разок. Не знаю, в одной ли серии пройдется. Нет, наверное, не в одной серии боссы все пройдутся, но все же. Ну, как говорится, третий раз нужно спеть. О! Тякс, усач, возвращается. Уровень 200. Так. Ну и что мне сделать тут? Долетит ли он кто-нибудь? Он кто-нибудь-то, конечно. А смогу ли я еще рядом долететь бы туда? Ред вряд ли сломать что-либо, поэтому я так сделаю. О, 4 этапа всего лишь, ха-ха! Ну, в таком случае, наверняка, с первого раза... Это же... Нет, значит, босс будет хитрый. Наверху сидеть, либо что-нибудь делать нехорошее. Допустим, как? О, нет! Ладненько, у меня есть еще план такой вот. Выпускаться слабо. Это интересная штука. Помогает иногда. Свинок бить. Пора, пора. Вот так гадость. Вот свинья. Хотя... Да ёшки картошки, нет, ее так не сбить. Вот так только. Интересненько. Хм. Ну ладно, где у нас... О, магический. Магический свин. Магического свина бы стоит толкать вот так. Ты меня не достанешь, я снизу. О, да. Действительно, снизу. Так. Вот гляните-ка, теперь у нас есть достаточно количество птиц для битвы. Чего мне не показывается количество птиц? Ох, ёшкин. Ускорение. Так. Ага. Фух, я думал, он спрыгнет наверх. О, это же интересненько, глядите-ка. Его теперь нельзя снизу достать. Его можно достать только вот туда попав. Лишь, всего лишь так. Для этого, по-моему, стоит сделать вот так. Смотрите-ка, толкнуть эту гадость. И вот эта шестеренка его выкатит. И усач спокойно сможет победиться. Это что, зачем мне камнем сделали? Ждать. Мы должны ждать. Смотреть за усачом. Да что такое, ну... Видите, при отдалении... Вот. Я думал, он сейчас разобьется снова, ну... Нехорошо будет, если разобьется. О, смотрите, сейчас надо сбрасывать с него кирпичи. Снова с первого удара. Мощь, атака есть, да-да. Атакуем всех всегда. Ну что ж, остается король на сегодня. Следующая серия. Кстати, я не знаю, как будет следующая серия. Может быть, следующая серия. А может быть... Оу. А может быть, да! Пожалуй, я, возможно, разделю все это на две серии. Если вы услышали, что я прервался, значит, это половинка серии была. А так, я сейчас всех боссов победю. Похоже, у нас король. Потом станет еще три, да. Видимо, тогда пауза уже была, если я так сказал. Если я действительно сделал так. Ах! Этот свин может испортить все планы. Не все, только один. Но я настолько сильно лечу, что он не остановит меня. Ты не остановишь меня. Ага. Возможно, стоит так вот делать.
Ну, тыш. А, заметь, снова мало этапов. Ну, как же мне тыш эти побить-то, а? Ха. Наверное, сразу следовало бы так сделать. Я не помню, был ли у меня он ранее. Ну, ладно. Морозный. А, я думал, хотел сказать, так просто. Оказывается, вот еще сверху гадость. А, смотрите, их сдувает. Нет, меня сдувает. Ну, как бы и получилось. Ну, как бы и нет. Ну, как бы почти нет. Ну, как бы что-то странное. Он уснул? Нет, он не уснул. Я успею. Уху. Так. Следующий этап, надеюсь, будет какой-нибудь такой нормальный, в смысле. О, полезная вещь. Да, я бомбом взорву все. Всех. Да, и свин деактивировался. Вернее, наоборот, открылся. А свин деактивировался, да. А счет активировался. Да. О, это надо сбрасывать опять его вниз. Гадость, но все же. Не так уж сложно, смотрите, ее точно вниз? Точно вниз? Ну, как бы почти вниз. Если получится, как говорится. Вот только этот гадкий летатель мог испортить мне все планы. Не все, один только. Вот ёшки-ка... Чёрт побери, куда летишь? Вот что мне теперь говорить ему? Не знаю, рассчитываю ли я умею. Так. По идее, стоит как-то попасть вот туда вот. И сбрасывать кирпичи. Но нет. Не вышло. Ну, в таком случае еще раз придется. Или же нет? Ну, нет. Вернее, да. Заново. Стойте! Птица, Ред. Корот. Получился. Давайте его запускать. Покатись, лифты. Нет. Ладненько. Давайте еще разок. А жизни-то кончаются. Раз в полчаса восстанавливаются, по-моему, если я правильно помню. Конечно, гадость, но все же. Ладно, это не так уж сложно, по идее, должно быть, если...